По просьбе сочинцев рыбак Камчатки вновь привез более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно с 11 по 13 октября на выставке продуктов питания и напитков «Экспофуд» в отдельном павильоне на площади Северного Мола у нового морпорта «Круизная гавань-4».